Если будем общаться, будет больше взаимопонимания. Мне, например, до сих пор не ясно, почему в 21 веке до сих пор существуют парни, которые свои измены оправдывают тем, что это моя природа. Я самец, я должен распространять семя. Слыхали такой тупой аргумент, да? Смотрите, я в этом природном законе, девчонки, для вас нашел юридическую лазейку. Вы тоже можете изменять, но только с парнем, который круче вашего, богаче вашего, красивее вашего. Тогда вы тоже сможете сказать: ну, сорян, это моя природа. Самки трахаются с лучшими. Слыхал о таком? Какое-то время ты был ничего, но потом появился Игорь, и я сравниваю, для потомства выбираю лучшего. Я не шлюха, я хорошая мать, понятно?